Всем привет, 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 привет! А мы продолжаем нашу рождественскую выпечку. Вот таких два красавчика сегодня купил мой муж, он заказывал. Такие в магазине не продаются. Вот, и он заказывал их у той же женщины, которая пекла для нас пирожки чилийские. А это называется пан де Пасхо, то есть пасхальный хлеб. Вот, вот такие штуковины пекут в Чили на Рождество, но называется он почему-то пасхальный хлеб. Но на Пасху у них не пекут такие вещи. В общем, это невероятно вкусный кекс. Если вы пробовали когда-нибудь английский кекс, ну вот это то же самое. С большим количеством внутри сухих фруктов, но они здесь называются не сухофрукты, а фруктоконфитадо, то есть фрукты, отваренные в сахарном сиропе. Множество орехов, и здесь нет какао, он такой темный от пряностей. Он очень вкусный, он тяжеленький, он просто обалденный. Сейчас я вам покажу его в развее. Он еще тепленький-тепленький, мой муж не устоял, он уже сколько слопал. Вот я показываю его в разрезе. Вот такой он. Здесь орешки, фрукты, тут вот зеленые какие-то, красные. Я вижу изюм, разного плана орехи. Он такой, вот этот мягкий. А есть еще пекут, он такой более твердый, такой более похожий на английский кекс. Ну, у меня такие тарелочки здесь. Я не дома. Короче, это очень-очень-очень вкусно. Вот хотела с вами поделиться вот такой красотой. Рецепта я его не знаю, я его никогда не пекла. Вот, ну в общем вот такой. Я надеюсь, нас в этом году тоже угостят. Нас угощает одна родственница очень-очень-очень вкусным таким хлебом пасхальным. Он у нее просто невероятно пряный, вкусный. Ну просто обалденный, но более плотный. У нее видно другой рецепт. Но этот тоже очень вкусный. Он свежий-свежий-свежий-свежий. Вкусненький-вкусненький. Я сейчас тоже буду пробовать его. Это крошечный кусочек отломила от моего мужа, ну, от кусочка. Мы покупали штолен. Здесь очень вкусный. Ну, я его как-то так быстро съела. В общем-то, даже не успела вам снять штолен, потому что я хотела испечь его в прошлом году, но как-то так я не испекла. А я пыталась испечь вот этот кекс. Но он у меня, я пыталась его печь в хлебопечке, и он немножко получился, в общем, неправильный по рецепту. Но муж мой сказал, что это самый вкусный хлеб, который он ел. Спеки мне еще раз такой. Я попыталась печь еще раз такой же, но он спекся хорошо. Он сказал, нет, это совершенно не тот рецепт, это совершенно не то блюдо. В общем, надеюсь, вам было интересно смотреть, узнать, что существует такое понятие, как пасхальный хлеб, пан де Пасхо, который едят, католики едят на Рождество. Ну все, всем большое спасибо, всем пока-пока-пока-пока-пока.